Добрый вечер, Любаша. Ребята, привет. Добрый вечер, мои маленькие друзья. Любаша, вчера ты рассказала нам с ребятами, как правильно переходить дорогу. А какие еще правила дорожного движения ты знаешь? Переходить дорогу нужно спокойно. Ни при каких обстоятельствах не выбегать на проезжую часть. Особенно будь внимателен, пересекая железную дорогу. Любаша, но ведь поезд легче заметить издали, чем автомобиль. Безусловно, но не забывай, что он часто и едет быстрее, а машинисту практически невозможно остановить огромный состав или затормозить его. Понятно. Запомни, стоящий автобус и троллейбус нужно обходить только сзади. Если обходить спереди, можно не заметить едущих за ними машин. А вот если будешь в другом городе и увидишь там трамвай, то его нужно обходить только спереди. А я тоже вспомнил одно правило. Ну-ка. Ни в коем случае нельзя играть на проезжей части дороги. И даже на тротуаре возле дороги. Да, играть только на специальных площадках, в парках, на бульварах, где практически нет машин. Но даже и там будь очень внимательным и осторожным. Любаша, у меня еще один последний вопрос. Что делать, когда нет специальной дорожки для пешеходов? Тогда пешеходы должны идти по обочине или краю проезжей части навстречу движению транспорта. Понятно. Спасибо, Любаша. Я постараюсь запомнить все твои советы. Вот и отлично. Ну а теперь давай посмотрим мультфильм. Ага. Thank you.
Сладких вам снов, ребята. До новой встречи, друзья. Динь-динь-дон-дон, под волшебный звон колокольчика. Динь-динь-дон-дон, фея сна заходит в дом. Закрывай скорее глазки, пусть тебе приснятся сказки. Динь-динь-дон-дон, фея сна заходит в каждый дом. Закрывай скорее глазки, пусть тебе приснятся сказки. Динь-динь-дон-дон, фея сна заходит в каждый дом.